Разгул криминалитета в Ивано-Франковске. В центре города среди бела дня в одном из ресторанов неизвестные устроили перестрелку. Ранен мужчина. В заведении находилась компания примерно из 10 человек, как вдруг к ним подошел мужчина и начал стрелять. Выпустив несколько пуль из дробовика, он быстро покинул ресторан. В полиции сообщили, что когда их наряд прибыл на место, там уже никого не было. Вскоре правоохранителям удалось задержать машину с тремя участниками перестрелки. Нашли и раненого мужчину. Он сейчас находится в областной больнице. Стрелявшего до сих пор ищут. В городе объявлен план перехват. По предварительной версии, причина конфликта – криминальные разборки. По тій інформації, яку ми зараз з'ясували, було три постріли. І одним з пострілів було поранено громадянина. Він був доставлений присутніми товаришами тут в обласну лікарню. Наскільки нам зараз відомо, проводиться його оперативне втручання, тому що є поранення проникаюче. І попередньо, так як нам повідомили лікарі, постріли були зроблені з патронами, начиненими дроб'ю.